Ребятушки, научитесь анализировать и разделять зерна от плевел. Вот смотрите, объясню, как вас всех кидают, да? Вебинары, семинары, НЛП. Вы такие замотивированные, и ни хера ничего не получается. И никак не зарабатываете. Никак доход не растет, никак финансовый потолок не пробивается, да? Я могу помочь, вот. Но объясню на простом примере. Вот. Искусственный интеллект, чат GPT и ему подобное. Ребята, искусственного интеллекта нету. Его еще не придумали и не придумают еще очень долго. Понимаете? То есть это тупо бизнес-модель, которая качает с вас бабло. Да? Ребята используют довольно-таки архаичные принципы подгонки результатов, да? С помощью алгоритмизированных систем. То есть память возросла, да, скорость обрабатывания, да, сама память возросла, да, и то есть уровень анализа, скорость уровня анализа данных. Ну и все. Да? Искусственный интеллект еще долго не будет создан по той простой причине, что то, что может человек, то, что может наше подсознание, ни один процессор не может. А это именно нахождение и потеря, да, этих связей, то, что нам позволяет творить. Ни один процессор не может распаивать и спаивать свои связи. Понимаете? Не научили еще. Еще долго не научат. Хотите взять свою жизнь в руки? Хотите поднять свой доход, чтобы вас не кидали, как последних лохов? Записывайтесь. Будет интересно. Пока.